Нас в то место, где должно родиться Иисусу, Сыну Божию. Вот наши дары. Какие дары мы несли? Смирн, золото и серебро. Золото, лада. Золото, лада, смирн. Вот, молодцы. Долго вам уже еще идти? Да. Давно уже в пути? Только начали, да? Ну вот, если хотите посмотреть по нашей карте, вот здесь вот звезда. И такие существа. Вот эти двоих, вот этого и вот этого была мама овечка. Ее съели. И мы не заметили. И он унес ее. А теперь они остались с нами. Овечка здесь? Да. Как зовут мою жену? Мария. Да. Вот Осип, посмотри. Вот. Меня зовут Осип. Осип и Мария, видишь? А это наш ребеночек Иисус. Нам Бог. Назвать его Иисусом. И когда я узнал, что моя жена беременна от Духа Святого, я испугался, и мне стало страшно. Как так моя жена беременна от Духа Святого? Я ее хотел тайно пустить ночью, чтобы она ушла. Очень красиво. Смотрите, детишки, смотрите, посмотрите, куда мы попали, смотрите, разбит какой. Смотрите. Иисуса ищем. Смотрите, там кто-то сидит. Смотрите, кто-то там сидит. А мы тоже ищем Спасителя. Мы вот идем за звездой, уже несколько долгое время идем за звездой. А вы знаете, кто мы такие, да? Спасителю мира. Мы для него приготовили подарки. Кто из вас знает, что мы ему подарили? Золото, вада и смирну. Я знаю, Правильно. Я знаю, мама мне сказала. Золото, вада и смирну. Правильно. Вот по нашим расчетам, где мы звезду определили, она вот здесь. О, как это? Вы не видели здесь яркий свет, недавно освещал всю страну, когда шли сюда? Не видели? Нет. Здесь свет яркий был, все освещал. Герман, скажи им, что случилось здесь? Нам явился ангел, который пел по всему небу, они пели земные песни, да, и мы красиво, мы спрятались, потому что было очень ярко, мы не могли смотреть, такой свет яркий был, и они пели. Потом слава Вышних Богу на земле мир, да, в человеках благоволение. И мы пошли в Вифлеем, и там нашли не в городе даже, а в пещере нашли в яслях младенца. Потому что сейчас весь Вифлеем забит. Там столько людей, потому что перепись идет. Да. И вот эти молодые люди не могли найти место в городе. Мария и вот Иосиф. Вот они находятся зовут. Там. Мария и Иосиф. И у них родился младенец Иисус. Все рассказывали. А кого вы хотите сегодня увидеть? Иисуса. Иисуса, еще кого? Кого я вы знаю, еще знаете? Я знаю волков. Волков. А сколько волков, так раз вы думаете? Три. Думаете, три? Но. Мы идем за звездой, чтобы найти Спасителя. Да. Иисуса. Мы вот долгое время изучали Древнее Писание, пророчество. И идем за звездой, которая указана, которая должна привести нас к Сыну Божию, Иисусу Христу. Это чудо, это
О, странники, а вы откуда идете? Здравствуйте. Подходите, а садитесь. А куда вы направляетесь? Подходите, садитесь, грейте у нашего костра, у нас здесь теплее. Вы все в путешествии, да? Вы в путешествии, да, идете? Да, мы ищем. Путешественники, да? Вас так много, заходите ближе, садитесь. А вы у кого были? Освещала, вся страна освещалась только недавно. Здесь такой яркий свет был. Вы не видели, как шли? Нет, а что случилось? Не видели? Дети, свет не видели? Герман, скажи, что случилось у нас здесь? Нам явился ангел, и он сказал, чудо! Не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость. Ибо ныне родился в... Вы хотите его увидеть? Да! Вы хотите? Если вы поспешите, то вы его найдете. Нашли вот эту пещеру, где тепло, уютно. Вот наш осык, с которым мы сегодня пришли, наши овечки, которые сегодня с нами. А самая главная цель его, для чего он пришел? Правильно. Вы считаете себя теми людьми, за которых Иисус пришел спасти? За бедными. Правильно, тоже за бедными. Хорошо, детки, спасибо, что вы нас посетили, но я за вам хочу... За слепыми. За слепыми, да. Я вам хочу оставить одно пожелание. Пусть Иисус Христос всегда с красивые. Скажите, пожалуйста, где вы были? В Вифлееме. Вы ходили в путешествие? Вам понравилось путешествие? Скажите, а кого вы видели? Иисуса видели. А еще кого? Марии с Иосифом. Марии с Иосифом. А еще кого? Мудрецов. Мудрецов. Кого ты видел? Осыка. А еще кого? Кто мне расскажет? Кто? Верблюда. Все, садитесь, я хочу посмотреть. Верблюда. Верблюда видели. А еще кого? Иосифа, да? Иосифа ты хотел сказать. А Попова. Верблюда видели. Марию. Марию, Иосифа, верблюда. А еще мудрецов вы видели. А что вы еще делали там? Я туда пойду спрошу. Что делали вы? Что вы делали? Игрушки. Игрушки. А потом что с игрушками вы делали? Вешали на елку. Украсили нашу елку своими руками, красивыми игрушками. Молодцы, ребята. Thank you.
поем дружно вместе. Молодцы, ребята. Очень было красиво, но давайте мы еще раз ее споем, чтобы хорошо подучить. И дружнее, хорошо? Еще раз и дружнее. Еще раз и дружнее. Еще раз. Приветствую вас, ребята. Вы извините меня, я не хотел мешать вашему веселью, но мне нужна ваша помощь. Мы с моими друзьями проезжали через Иудею, и я отстал от них. И сейчас мне нужно догнать их. Скажи, пожалуйста, что заставило тебя оставить уют и тепло родного дома и отправиться в столь далекий и опасный путь? Дело в том, что я люблю читать мудрые книги. Ребята, а вы любите читать книги? Да!
книге Божьей я прочитал, что скоро должен родиться великий царь. И в момент его рождения на небе должна загореться новая звезда. Дети, а вы любите смотреть на звезды? А знаете ли вы, что звезды тоже имеют свои имена? Я тоже люблю смотреть на звезды. И когда я смотрел, я увидел на небе новую звезду. Она была ярче всех. И я не сомневался, что это эта звезда, та самая звезда великого царя. Простите, я, кажется, опоздала. Нет, но этого не может быть. Я ведь всегда появляюсь вовремя. А кто ты? Я? Ну как же? Я звезда. А еще меня называют Вифлеемская звезда. Я из города Вифлеема. Там произошло удивительное событие. Родился сын самого Бога, Иисус. Поэтому Бог и зажег меня, чтобы я ярко светила и сообщала всем людям о его рождении. О, это удивительно! Скажи, пожалуйста, и заметил тебя кто-нибудь на небосводе? Да, меня заметили мудрецы из далекой восточной страны. Они, когда поняли, что я зажглась в знак великого Спасителя, сразу последовали за мной. Это тоже удивительно. Скажи, и что, они прямо последовали за тобой? Да, я плыла по небу, а они следовали за мной. Ну, что это я все о себе да о себе? Все мои друзья и сестрички-звездочки в ту ночь светили ярче обычного. Звездочки, выходите сюда и расскажите нам все, что вы знаете. Спасибо хочется сказать рожденному царю, ведь с ним родилась благодать, об этом я горю. А мы горели ярко, в тот день уж как могли, но даже стало жарко, все небо мы зажгли. Небо отпуститься, где Христос рожден, чтобы поклониться, ведь царь мира он. Пришел владыка мира, пока Израиль спал, и даже грозный Ирод об этом не узнал. А я горю еще о том, что вышел путь мудрец. Я укажу ему тропу, он ищет не дворец, а старый хлев среди маслин. Ведь там родился Божий Сын, и их найти его мечта. Ярко-ярко в этот день в небе мы горели, а родившийся в Христе людям звонко пели. Ах, какая радость знать, что Христос родился, ведь до нас Спаситель тело воплотился. Мы мерцали в небе, ликовали дружно, всем прийти к рожденному, и Иисусу нужно. Вещь наш звездный хоровод шлет привет земле. Каждый пусть в Христу придет, кто живет во тьме. Милого младенца спеленал одежда, положила в ясли очень осторожно. В яслях на соломе тихо спит малютка, слушают овечки его чутко-чутко. Звезды видят с неба многие дела. Мы в ту ночь видали, дева сына родила. С Рождеством Христовым, дорогие дети! Видите, как светят звездочки в ночи? Но одна большая звездочка святая прямо в наше сердце льет свои лучи. Вместе с Иисусом звездочка явилась, чтобы ярким светом людям освещать. Воплотился Царь Небесный, воплотился на планете, чтоб нам жить в небесном свете. Он нам всем принес спасение и от смерти избавление, чтобы мы ему служили, по путям его ходили.
Нас он в жизни не оставит и на путь святой наставит. Я ему служить желаю, с ним по жизни я шагаю. Спасибо большое вам, дорогие звездочки. Как хорошо знать, что у меня столько надежных друзей, которые знают о рождении чудного младенца. Значит, я тоже могу его найти. А давайте, ребята, спросим у звездочки, как найти нам Иисуса. Нам тоже его хочется увидеть. Ведь сегодня многие забыли, что в Рождество Иисус пришел в мир как человек. Бог воплотился, стал как маленький ребеночек. Неужели сегодня людям нужно напоминать о рождении Иисуса? К сожалению, да. Сейчас многие о Рождестве знают только лишь как елка и подарки, и больше ничего. Но ведь о рождении Иисуса знают не только звезды, а даже животные были свидетелями о его рождении. Точно, как я могла забыть? Ведь в ту ночь на поле были пастухи, которые охраняли свои стада. Ребята, скажите, а кого охраняли пастухи? Громче я не слышу. Молодцы, так дружно сказали, правильно. Пастухи охраняли овечек. Овечки, выходите все сюда и расскажите нам о рождении Иисуса. Но также могут и выйти не только овечки, и другие животные. Выходите все, кто есть коровки, выходите сюда. Все животные выходите. Ведь коровки, ослики были в ту ночь возле ясель. И видели маленького Иисуса. Выходите, овечки и все другие животные, выходите сюда на сцену. Выходите. У кого есть стишок? Кто раздает? Там ночью родище молитка Христос. Надо спасать людям с нас. У кого еще? Сумок ночью и пустился, съела сокук, так ночью пустилась. Он сам и хочет дуг. Кто еще хочет рассказать? Я иду.
І первыми были, кто Бога видал. И грешья об этом, кто и не знал. Светлый прадик ладитва, и небо лёта пене, Богу слава и хвала, доклетала день. Иисус. И как радостно было в пещере тот час. Малыш Свет родился на наших глазах. И Иисус, мама и папа сияли на коленях, малютку качали. Тихая ночь в небесах, звездочки ярко горят. А пастухи при стадах мирно сидят и говорят. Светом их вдруг озарило, перед ними предстал ярче немного светило ангел и громко сказал: «Радуйтесь, царь вам родился, мир он на землю принес, люд без него истомился, множество пролилось. Он наш Христос и Спаситель, силен все слезы стереть». Верных ведет он в обитель, где лишь ему будут петь. И Иисуса мама и папа сияли, на коленях малютку качали, а он спал, улыбаясь во сне. Как вспомнить приятно все это мне. Но вдруг мы услышали шум и возню. Кто-то в пещеру заходит мою, с посохом старым, одетым бедным, пришли пастухи к нам погреться, наверное. Аминь. Струится свет светил небесных, тиха, загадочна природа. Вдруг яркий всплеск звезды чудесной заполыхал на небосводе. То наш Спаситель в мир явился, Христос младенец во плоти, царь всех царей в хлеву родился, за нас собой заплатить. Фанфары громко не трубели и не сверкали зеркала. В желко его не положили и обернули в кружева. Овечки блеяли, солома пеленкой грубою укрыт. И не нашлось для Бога дома, а он так безмятежно спит. Он человеком в мир родился, без пышностей, как ты и я. Происхождением не кичился все нищие его друзья. Бог начал жизнь свою в загоне, шел из жизни со креста, происхождением не кичился все нищие друзья. Бог начал жизнь свою в загоне, шел из жизни со креста, происхождением не кичился все нищие его друзья. Ну все. Все, давай, говори. Может, поэтому мы видали рождение Христа, когда мы не знали, как сильно Иисусу пришлось пострадать на грешных людей, на кресте умирать. Она питает нища и рыбкой маленькая 5000. Он сильно воскресит. Да вы, вот если знаете ли вы. Весь мир сегодня отмолился. Он радость стал всем пастухам, живую веру рыбакам. Слава рожденному Богу Творцу, радостно в песне поем мы ему. За то, что он грешных людей возлюбил, спасение счастья всем подарил. Спасибо. У кого еще есть стишок? Окей. А, вот еще есть стишок. Давай, расскажи нам стишок. Рождество, рождение Бога, рай нам открыта дорога, кто поверит, тот и пойдет на небо
попадет. Аминь. Молодец. Все рассказали стишки овечки? Молодцы. Ты-то, у тебя есть стишок? Расскажи, пожалуйста, нам стишок. Иисус родился далеко отсюда. Я ему молился. И он стал мне другом. Спасибо большое. Овечки, благодарю вас большое за то, что вы так чудесно нам поведали о рождении Иисуса. А теперь заходите и садитесь на свои места. Даже пастухи поклонились чудному младенцу. Ну а где же мне его искать? Мне нужна ваша помощь. Дети, ребят, скажите, а где живет Иисус? Но где сейчас Он живет? А у кого Иисус живет в сердце? Поднимите руку, детки. У кого? Кого? Мало, мало. Мало. Еще. У кого живет Иисус в сердце? Вы знаете, для меня очень радостно, что я имею таких друзей, как вы. Вы мне подсказываете, мне будет легко найти. Вы знаете, что есть очень много детей, деток вашего возраста, мальчиков и девочек, которых в сердце не живет Иисус. Они не знают чудного царя, который родился. Они никогда не слышали о нем. Вы самые счастливые, потому что вы имеете в своем сердце Иисуса. Я тоже хочу иметь. Я пойду его искать. Потому что вы мне помогли, вы мне подсказали, вы мне показали, как это нужно сделать. Пусть вас Бог благословит. Карл, Карл, давай полетаем, покаркаем, а то мы совсем замерзнем на этой ветке. Тише, Клара. Зачем столько шума? Летать холодно, а много каркать, горло простудишь. Вот ты клюв опустил и ничего вокруг себя не замечаешь. Посмотри, какие нарядные и веселые сегодня ребята. Так и светятся. А какие они вежливые и добрые. Как ты думаешь, подарки приятнее получать или давать? Откуда у тебя такие вопросы? Похоже, ты сильно замерзла. Ну, конечно, приятнее получать. А ты что, отдавать любишь? Ну, я знаю, что нужно делиться, даже если не очень хочется. А ты слышал, что многие дети приготовили подарки для чужих детей? Как ты думаешь, почему они это сделали? Знаешь, Клара, может, я и клюв опустил, но ты точно уши отморозила. Ты что, не слышала, о чем мудрец у детей спрашивал? И что они отвечали? Что? Ну как что? Дети говорили, что Иисус живет у них в сердце. Поэтому они делали подарки для других. Ну, конечно. Именно поэтому они такие нарядные и веселые. Ведь они собрались, чтобы вспомнить Рождество. Да, Клара, хоть и холодно, но полюбуйся, какая красота. Со всех сторон летят снежинки. Привет, милая сестричка! А, какая ты красивая! Привет, сестренка, ты очень тоже прекрасная. Знаешь, наш Господь так чудо нас заботится, Он сделал нас неповторимыми. Я согласна. Ну, давай об этом поговорим чуть позже, ладно? Ты обратила внимание? Mm-hmm. Вау, сколько много деток! Да. Да. Давай познакомимся с ними. Неужели? Давай. Здравствуйте, ребята! Как настроение? Хорошо. Хорошо? Отлично, я рада. Вот если вы отгадаете мою загадку, то узнаете, как меня зовут. Попробуем? Покружилась звездочка в воздухе немножко, села и растаяла на твоей ладошке. Что это такое? Какие молодцы!
Молодцы, правильно. Меня зовут Снежинка. Да. А у меня тоже есть для вас загадка. С неба звезды падают, лягут на поля. Пусть под ними скроется черная земля. Много, много звездочек, тонких, как стекло. Звездочки холодные, а земле тепло. Так кто мы, ребята? Нет. Снежинки, правильно. Правильно. Посмотри, Снежинка, какие у нас смышленые ребята. Они отгадали наши имена. Они очень умные ребята, я согласна. Да только и загадка была, загадки были несложные, не так ли? Ведь всех наших сестричек называют снежинками. Да. Тогда давай спросим у них более сложные вопросы. Давай, давай. Например, бывают ли снежинки похожи на друг друга? Как вы думаете, детки, бывают ли они похожи? Нет. Тогда или нет? Нет, да? Правда? Они все разные. Молодцы, да. Очень хорошо. А из какого вещества создана снежинка? Кто знает? Ручку, ручку. С какого? Окей. А капает что у нас? Дождик с водички, правильно, молодцы. А теперь еще сложный вопрос. При какой температуре капелька воды в облаках преобразуется в снежинку? Кто знает? А? Но при какой температуре? Какая температура? Может, кто-то из взрослых знает? Знает? А? Холодной. Хорошо, тогда я вам отвечу, только вы должны тогда запомнить. Хорошо это число? Значит, она преобразуется, когда 5 градусов тепла, Фаренгайт. Хорошо? Вот, запомните, 5 градусов. Хорошо. А кто знает? Я думаю, никто не угадает этот вопрос. Из скольки уголков сделана снежинка? Кто знает? 6. Кто-то сказал? 6. Все снежинки 6 уголков сделаны. Да, мы действительно уникальное творение нашего Творца. Мы рождаемся высоко-высоко в небе и тихо-тихо падаем на землю, чтобы порадовать человека. Ведь все мы любим снежок, правильно? Да. Да, но запомните, ребята, мы появляемся на малое-малое время, но каждая из нас неповторима, и в этом премудрость нашего Создателя. Да, как славен наш Создатель. И в этот рождественский вечер мне тоже особенно хочется поблагодарить Его. А давай позовем наших сестричек и снежинок, чтобы они помогли нам. Давай. Все снежинки, летите к нам! Снежинки, тёлки слетелись, о кресте вам сказать успели, а пяти мы хотим улететь, или спеть рассказать и другим. Родился Спаситель, родился Христос. Ликуйте, все люди, Он радость принес. Он нас избавляет от зла и греха. Без Бога на свете жизнь наша плоха. Зима на дворе. Ликуйте, народы, ликуй вся земля. Спаситель родился, скажу вам и я. Придите, склонитесь пред Господом вы, и Он вас наполнит псалмами хвалы. Слава Вышнему Богу, не на земле мир, человеком благоволение. Христа указала, я звездочка, маме сия, пошли к нему в пещер, чтоб вы могли поверить в Христа. Аминь.
Нам Отец Небесный дар великий дал, в облике телесном Сына в мир послал. Сын Единородный людям послужил, Он кормил голодных, жаждущих поил. Бедных и несчастных миловал, спасал. Всех он ежечасно вечной жизни звал. Кто его полюбит и за ним пойдет, тот на небе будет, где Господь живет. Я снежинка прозрачная, нежная. Вместе с ветром я несусь. Пастухи Христе говорили, эту весть я вам принесла. Я снежинка самая нежная, простая на лету, но на елку прилетела, а Христе вам весть несу. Я снежинка, кружась, летала, и над ясным вся увидала, Христос там родился, вам сказать прилетела. Снежинки мы пушистые, кружились мы везде. Сегодня мы расскажем о дорогом Христе. Я не ангел, чудесный, так создает он на земле. Рады светников в небес, когда не слышал с тобой. Даже твой чудесный. Бывают снежинки пустышие и красивые. Очень красивые. Их я видела. Я их знаю. Иисус хочет моя, Иисус так подарок, елочки красиво, и будем стар на елочке, звезды, и будем в дудочке красиво. Еще у кого-то есть стишок? На дворе мороз, метель, и мы, снежинки, кружимся. На Рождество к вам прилетели, под елочку садимся. Спасибо вам, дорогие снежинки, за то, что вы так поведали нам о рождении Иисуса Христа. Вы украсили наш праздник, вы такие красивые и чудесные. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста, на ваши места. Встали? Встали? Ребята, вам понравилась эта песня? Давайте мы отдохнем немножко и споем ее еще раз, чтобы хорошо выучили. Thank you.
точно. Друзья, вы заметили, вся природа славит Бога. Снежинки, овечки, звездочки прославляют Бога. А я смотрю, у нас в зале есть библейские герои. Я хочу, чтобы они все сюда вышли, рассказали немножко о себе. Библейские герои, выходите сюда на сцену. И вы можете также прославить Господа, как это сделали овечки, снежинки и звездочки. Выходите сюда, я вижу, Ной у нас есть, Руфь у нас есть, Есфири у нас есть. Выходите сюда. Все в костюмах библейских героев, выходите сюда. Все вышли? Скажи, пожалуйста, ты кто? Ноя. И Ной, да? У тебя есть какой-нибудь стишок или песенка? Нету. Нету? Ну хорошо. Спасибо, Ной. Посмотрите, какой красивый Ной. У него даже крокодил есть, и голубь здесь, и голубь, и жираф у него есть. А ты кто? Принцесса, дочь фараона. Это кто? А, это у нас дочь фараона. Посмотрите, какая красавица, которая что сделала? Спасла Моисея. Которая спасла Моисея. Молодец, красивая. Дальше мы пойдем. Кто этот мальчик? Моисей. Моисей. Какой у нас молодой Моисей. Кто ты? Не знаю. Ревека. Она Ревека. А есть у тебя, Ревека, стишок какой-нибудь? Нету про Рождество? Окей. Ты кто? Есфирь. Есфирь. Есфирь, у тебя есть что-то? Давай, Есфирь нам расскажет, что? Я царица, я иудеянка, но из колена Вениамина. Мои родители умерли, и за мной смотрел мой двоюродный брат Мардехей. За мной смотрел мой брат Мардехей, и у меня был муж... Арктарксеркс. Спасибо большое, Есфирь, спасибо. Ты кто? Я сотник. Ты сотник. А у сотника есть что-то прославить Бога? Нет? Ну хорошо, идем дальше. Идем дальше. Ты у нас кто? Давид. Давид. Давид, у тебя есть что-то? Нету. Может, кто-то стесняется? Ты кто? Есфирь. Еще одна Есфирь. Есфирь, у тебя есть какой-нибудь стишок? Нет, ты присоединяешься к этой Есфире. Окей, хорошо. Ты кто? Есфирь. Еще одна Есфирь. У тебя есть что-то, Есфирь? Нету? Окей. Ты кто? Иосиф. Иосиф. Нету. А ты кто? Воин. Ты воин. Какой красивый воин. Смотрите, какой мужественный. Покажись, воин. Дальше идем. Ты кто? Я ангел. Ангел. У нас ангел прилетел. Тебе есть что-то? Нет. Нет. А ты кто? Пророк Авдий. О, у тебя есть что-то? Стишок есть какой-то? Нет. Нет, стишок начал. А ты кто? Дочь фараона. Еще одна дочь у нас фараона. У нас сегодня две дочери фараона. У тебя есть что-то такое стишок? У нее есть стишок, она расскажет. Я спасал Моисея у речки. Спасал. И все. И все. Она спасала Моисея из речки, спасла. Есфирь. Да. Среди иудеек невольниц царя Артаксеркса жила Есфирь благодарным кротом. Спасибо большое. Ты кто? Есфирь. Есфирь была сироткой в этом мире, но Бог послал
сочувственных людей. В краю чужом у девушки Сфири был свой народ и добрый Мардахей. Когда же во дворце у Артаксеркса по-царски потекли в Сфири дни, она от близких не закрыла сердце и совершила подвиг ради них. Спасибо большое. Иди немножко сюда, я других. Иди сюда. Расскажи, ты кто? Исфирь. Еще Исфирь. У тебя есть что-то? Нету? Ну ничего, Исфирь, становись сюда. И еще одна девочка. У тебя есть стишок? Нет. Нету? Ты просто вышла. Ты кто? Исфирь. Тоже Исфирь. Спасибо большое, дорогие детки. У нас есть призы для наших героев, которые вышли. А может быть, еще кто-то что-то приготовил? Есть еще у мальчика стишок. Звон на звон, год пивает, один одного витает, світ бас, сис, басовився, Сус надився, амінь. Дякую, таке дякую, Ісус, я святий. У кого еще есть? А, вот девочки, у них песня. Было очень темно, но сияла звезда, возвестив Рождество Иисуса Христа. Было очень темно в моем сердце, но я пригласился я в дом Иисуса Христа, и мой внутренний храм светом вдруг залился, ни за что не отдам Иисуса Христа. Яркая звездочка на небе горит. Слава Богу, большое спасибо. Еще у нас есть стишок. Нам расскажет Лиза, да, Лиза? Это было очень того. Это было ночью, а на небе звездочка появилась. Небо сетью залилось. По частям на пути указали. Здесь Спаситель тихо казала, поклонитесь Ему милением, помолитесь, без ним колени. Хочет скопать это видать, хочет селище Ему отдать, там он от тебя летелит, тем отчета спасения дели. Но я только тонюсь на небо, земли колем, чужих вовать, Спасителю селища отдача.
Слава Богу, такая маленькая, такой большой стишок вы рассказала. Идем еще один стишок, и потом песенка у нас. Братья, сестры, мамы, папы, дети, тети и... Значит, я залюблю капать, но не буду плакать я. Денег грустить не надо. Грешной мир пришел Христос, даст он всем любовь и радость, избавит он от слез. Я школу не козу. Я очень Иисуса люблю, но я его сына люблю, но я его сына не люблю. Я маленькая девочка, я школу не козу. Я Дед Мороз. И Деды Морозы приносят подарки. И Иисусы приносят подарки. Спасибо большое. Расскажи, еще зайчик у нас есть. Расскажи. Вечно свято, вечно ново, вечно свято. Разве что с нас на Христова.
на нем на год праздник этот Лада шьет. Славьте Бога. Встал и мал. Спасите, отдал. Аминь. В высоте небесной славит Бога хор, и напев чудесный огласил простор. Ныне радость людям Бог нас возлюбил, пусть прославлен будет Сын Эммануил. Многие стоят, а все поют о том. Радостно на свете с Господом Христом. Я люблю Бога, потому что Бог добрый. Я люблю ангелов, даже Бога. Аминь. Спасибо большое. А теперь у нас есть для вас, детки, сюрприз. Только вы должны сидеть тихонечко-тихонечко. Все сидим тихонечко и внимательно смотрим. У нас есть сюрприз. Это будет кукольное выступление. Только надо сидеть тихо-тихо. Все, внимание, детки. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня речь пойдет о мальчиках и девочках, которые любят бегать к учителям со своими жалобами. Нина Петровна, а Дима вертится! Нина Петровна, а Настя балуется! Нина Петровна, Сережка на уроке книжку читает! И так далее, и тому подобное. И эти ребята даже не сознают, каким постыдным делом они занимаются. Они ведь ябедничают на своих товарищей. Вот об этой плохой привычке и о том, как от нее избавиться. Мы и сыграем наш спектакль. Смотрите внимательно. А вдруг в наших героях кто-нибудь узнает себя? Здравствуйте, дети! Добрый день, Нина Петровна! Итак, пишем дополнительную контрольную работу. Приготовили тетради? Да! Минуточку, а где же Дима? Нина Петровна, Димка сбежал, признался мне по секрету, что не готовился и потому, мол, исчезает. Вова, тебе был доверен секрет, а ты? Ну, Нина Петровна, я же в воспитательных целях. Вы влепите ему двойку, и он запомнит. Сбегать с контрольных бесполезно. Странное отношение у тебя к другу. Нина Петровна, поставьте Вовке 2. За что? А он, Нина Петровна, тетрадь для контрольных потерял. Сам сказал. Лучше выручи его, Игорь. Дай листок. Нина Петровна, Вовка постоянно что-то теряет. Его каждый раз выручать самому не останется. Держи, растеряха. Нина Петровна, а Настя собирается списывать. С чего ты взяла? А зачем ты так близко ко мне придвинулась? Нина Петровна, скажите ей, пусть сама пишет. Очень нужно мне у двоечницы списывать. Девочки, девочки, успокойтесь. Нина Петровна, она обзывается, а самой Сережка все задачки решает. Нина Петровна, это правда. Сережке Настя того... Ну, нравится. Вот и он делает за нее уроки. Как это Настя, Нина Петровна? Игорь всегда врет. Сережка меня за косички дергает. Тебя, Надя, он за косички дергает. А Настя ее сумку несет до самого дома. Сам видел? Нина Петровна, че он всегда все разбалтывает? Получает. Болтун! Обманщик! Сами такие! Нина Петровна, они голову мне калечат! Нина Петровна, они же урок срывают! Влепите им по двойке!
Сейчас же прекратите, дети! Сережа! Игорь! Надя! Да что же за день сегодня такой? Ну, вроде среда обычная. Нет, необычная. Только что каждый из вас торопился нажаловаться мне на своих товарищей. Как вы не понимаете? Вы же ябедничали и наушничали. Да, Нина Петровна, я тоже это почувствовал. Фу, как вам только не стыдно так себе вести. Поставьте им всем по двойке, Нина Петровна. И начну с тебя, Володя. Мне? За что? Ты же первый начал ябедничать. Какой же я ябедник? Я же в добрых целях. В целях воспитания. Слышала, слышала. Ты секрет друга с добрыми намерениями выдал. И вот, призываешь двойки выставить одноклассникам. Не похоже на то, чтобы ты, Владимир, поступил по примеру. Не делай другим того, чего не желаешь себе. И вы, все остальные, наверное, думали, что делаете хорошее дело, ябедничая друг на друга. Какие же вы после этого друзья? Нина Петровна, мы не ябед. Мы хотим, чтобы вы, Нина Петровна, чтобы вы... Понимаю. Вы хотите, чтобы я одергивала и наказывала по вашим подсказкам, так? Ну да. Мы хотим как-то воспитывать друг друга. Да, мы хотим воспитывать. Вы лукавите, мои дорогие. Так не поступают, так привыкают сплетничать. Своими языками вы творите зло, потому как из маленьких ябед вырастают большие сплетники. Какой ужас! Странно. Вроде бы хотим как лучше, а выходит вред. Зла и вреда не будет, когда взаимное неудовольствие улаживать вы станете сами же. А я вам советам такой, чтобы обиды между вами никогда не вспыхивали. Научитесь жить по золотому правилу. Слышали о нем? Кажется, я... Да, вспомнила. Я читала про него в детской Библии. Вот и поделись с ребятами. Золотое правило заповедал людям Иисус Христос. Он так учил: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это наставление и есть золотое правило. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». То есть относитесь к другим как к себе, замечательно и просто. Куда проще. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Всем понятно? Да. Для лучшей памяти запишите его в ваших тетрадях. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ну вот, и урок кончился. Контрольную перенесем на завтра. А сегодня домашнее задание будет выучить и крепко запомнить золотое правило. А еще постарайтесь познакомить с ним как можно больше своих друзей. Справитесь? Справимся. Да постараемся. Ребята, полюбите и вы золотое правило. Начните следовать ему, и весь мир вокруг вас обязательно станет добрее. Такая сила этого золотого правила Иисуса Христа. Давайте все вместе повторим это правило. Дети, давайте все дружно скажем спасибо. Спасибо большое, дорогие наши участники. Нам было очень приятно. Вы получили назидательный урок, детки? Да. Молодцы. А какой урок вы получили? Кто мне скажет? Какой стих был золотой? Я помогу вам. Как хотите. Чтобы с вами люди поступали, так и вы поступайте с ними.
Молодец, какая умничка. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Не надо ябедничать, правильно? Спасибо вам большое. А сейчас к нам выйдет пастырь Игорь Георгиевич, и мы все дружненько, тихонечко помолимся. Но у меня есть еще вопрос у вас. Детки, скажите, кто Иисусу принес подарки? Громко скажите вы все. Молодцы, волхвы. И нам сегодня волхвы привезут подарки на волшебных санях. Но перед этим мы закончим тихонечко наше собрание. Все встанем и помолимся. Детки, добрый вечер. Вам праздник понравился? А что вам еще тогда надо? Ага. Окей. Окей. Слушайте внимательно, если кто хочет получить подарок. Кто подарок хочет получить? А ну-ка. Ой, как сколько вас. А мне подарок дадите? Да! Классно. Слушайте, знаете, какой для меня будет самый большой подарок? Знаете? Да, мы помолимся. И потом для меня будет самый большой подарок от вас. Послушайте, какой. Слушайте все внимательно. Все-все-все внимательно слушайте. После того, когда мы помолимся, вы должны сесть, все очень тихо сесть и подождать, пока вам дадут подарки, чтобы вы сильно не шумели. Хорошо? Да. Хорошо? Окей. Вы знаете, как нужно молиться? Да. Так. Глазки закрываем, ручки складываем, и все очень-очень тихо. Никто никуда не смотрит, не разговаривает. Давайте глазки все закрываем, помолимся. Аминь. Садитесь все, все садитесь. Детки, еще одно этот самое, послушайте все внимательно. Вы же хотите мне подарок подарить, да? Все, тише. После того, когда вам подарят подарки, каждый из вас должен вот что сделать, послушайте. Каждый из вас, когда все закончится, вы должны подойти к своей учительнице воскресной школы, учителям, помощникам и сказать спасибо. Хорошо? Уже меня никто не слышит. Подарки самое главное. Это классно, молодцы. Thank you.